Не осталось порой имен тех, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть тем лет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Добрый вечер, дорогие друзья! Всех поздравляю с праздником. Я думаю, мы все друг друга поздравляем с этим святым праздником, который вчера случился и который для всех, для нас, для нашей страны, и не только для нашей страны, а для всего мира, является, наверное, одним из самых главных. Для нас-то он самый главный. Я думаю, что для других в каком-то виде тоже это главный праздник. Раз в году я даю этот концерт. До этого как-то получалось, что 8 мая всегда, в этом году впервые 10-го, потому что 7-го был концерт в Питере. Ну, я посчитал, что 8-го сразу на следующий день мне будет тяжело это все сделать. Поэтому, ну, учитывая, что сегодня тоже все-таки выходной, я хотел бы, во-первых, вам сказать огромное спасибо, что вы все сюда приехали. Я знаю, что эти длинные выходные, мне многие звонили, говорят: брат, извини, не получается, кто-то уехал отдыхать, и тут вообще, ну не то что без обид, а вообще даже не обсуждается, потому что у каждого свои планы, и менять их, в общем-то, из-за концерта, это, наверное, не самое правильное решение, но я знаю, что некоторые поменяли эти планы, и поэтому еще раз спасибо огромное, что пришли. Для меня этот концерт очень важен. Всегда. Это тот концерт, когда раз в году я пою те песни, которые я никогда не пою на людях. Иногда могу посидеть у себя на кухне и под нос их как-то попеть. А здесь, ну, по крайней мере, учитывая, как это было в предыдущие годы, мне всегда приятно, что вы мне их подпеваете. Это наши народные песни. Часть песен, конечно, мои. Ну, я так, наверное, в отличие от прошлых годов, решил построить сегодняшнюю программу, что мы в первом отделении будем действительно как-то больше привязаны ко Дню Победы, но во втором отделении полетаем. Сквозь время мы годы воюем, отцов и дедов повторяем. Мы снова высоты штурмуем и словно взаправду стреляем. Хоть войны по книжкам узнали, отчаянно все же рискуем. Пластмасса в руках вместо стали. Мы снова воюем, 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 воюем!
И пусть не война, а всего лишь войнушка, и пусть автоматы всего лишь игрушки, все как на войне, мы врага атакуем, мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Мы сами дошли до Берлина, пройдя всех дворов повороты. Мы сами взрывались на минах, в атаке водили мы роты. Мы вместо погибших стреляем, когда отступаем, горюем. Пусть игры все это мы знаем, но снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, а всего лишь войнушка, и пусть автоматы всего лишь игрушки, все как на войне, мы врага атакуем, мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Все войны свои я закончил, годов уже стало поболее. Но что-то в душе болит очень, когда выхожу в чисто поле. Здесь дед мой средь тысяч схоронен, по ним мы полвека тоскуем. За них поднимаемся с боем и снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, а всего лишь войнушка, и пусть автоматы всего лишь игрушки, вся как на войне, мы врага атакуем, мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Войну сын не видел в помине, малыш, впереди 10 классов, а просит уже в магазине купить автоматы с пластмассы. И пусть не война, а всего лишь войнушка, и пусть автоматы всего лишь игрушки, все как на войне, мы врага атакуем, мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Старая песня. Я иногда говорю, не говорю, но я ее написал к 45-летию Победы. Я еще лейтенантом был. Вот. И времена меняются, конечно. Тогда действительно детки-то бегали с какими-то пластмассовыми автоматами, пистолетами. Мы бегали еще даже с деревянными в 70-е годы в начале. Сейчас играют уже совершенно в другие игры, в компьютерные, но тем не менее эти игры тоже правильные, те, которые правильные. Наши вот. Я иногда смотрю, даже вот тот фильм, который сейчас вышел, я его еще не видел, и думаю, наверное, еще и вы не видели, Девятаев. Там-то тоже, в общем-то, ну там не дети работали, а достаточно серьезные люди. Но опять же, это компьютерные симуляторы самолетов Великой Отечественной. Не знаю, насколько это как бы актуально, но, наверное, правильнее ничего невозможно было сделать. Ну, надо посмотреть. Следующая песня, опять же, вот связана с самолетами именно той войны. И, собственно говоря, когда-то компания-разработчик игры Ил-2 ко мне обращалась, но почему-то они так и не стали применять в своей игре знаменитой. А песня была написана тоже давно, к 50-летию 2-й гвардейской дважды краснознамен орденов Ленина, Кутузова, Суворова, штурмовой авиадивизии, к которой я имел определенное отношение, когда лейтенантом прибыл служить в Советской армии в Белорусский военный округ, в город Лида. И тогда дислоцировалась эта дивизия там. Она была и башная, потом бомбардировочная. Ушла, когда страна распалась, в Краснодар стала штурмовой. Сейчас она существует, смешанная авиадивизия. И это посвящение летчикам этого соединения. Я, как сказать, застал то время, именно тогда, вот, когда 50-летний юбилей в 92-м году отмечался, когда еще были те люди живые. Это были такие пожилые, не могу сказать дядьки, деды действительно. И они с горящими глазами, как молодые юноши, вспоминали свое прошлое. Вот сегодня, ну, в Беларуси у нас не осталось. Я интервью брал у героя Советского Союза Ивана Сергеевича Шатила где-то, по-моему, лет 8 назад, ему уже было за 90. И он пришел в дивизию в 44-м году. То есть, как бы, ну, уже их нет.
взлетела к облакам. Зеленая ракета, и значит нам, штурмовикам, опять работать где-то. 3 года ада за спиной, мы все, друзей, теряем. Нас ждет опять смертельный бой, нас ждет опять смертельный бой. Сомнения прочь, взлетаем. Забыло небо то, что есть. Цвет голубой на свете. Наверно, нами движет месть. Мы душим гадов этих. Горит родная Беларусь. Мороз идет по коже. Я верю в то, что я вернусь. Я верю в то, что я вернусь. Стрелок мой верит тоже. Небо, ты нас не забудешь. Ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, нам тяжелое бремя досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. Под плоскостями дымыча колонна танков прет, фашисты в рации кричат. Архимед Шварц идут, в пике глубокое вхожу. Смертям двум не бывать, я вам сейчас всем покажу. Я вам сейчас всем покажу. Такую вашу мать, горит земля, вот это бой. И весь сырым насели, вот черт мне хвост сошел худой. Я видно на прицеле, и мой стрелок навек умолк. И боль мне сердце давит. Сегодня вечером наш полк, стал бы вечером наш полк. Хлеб с водкой с нам поставит. Небо, ты нас не забудешь. Ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, нам тяжелое время досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. Летят метросеры во след, огонь уже в кабине. Мне прыгать смысла просто нет, нет мыслей в помине. За здорово живешь в бою, мне погибать не гоже. И жизнь короткую свою, и жизнь короткую свою продам я подороже. Мое последнее пике, назад мне не вернуться. Без бомб я нынче налегке, мне хоть не промахнуться. Штурвал бы только удержать. Теперь молитесь, гады, еще успел я прокричать. Ребята, лихо поминать, наш экипаж не надо. Небо, ты нас не забудешь. Ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Небо, мы шли сквозь огонь, нам тяжелое бремя досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. В небо. Спасибо. Ну, я говорил, что именно в этот день, на этом концерте я пою свои любимые песни, написанные не мною. Некоторые ошибочно думают, что все это написано в годы Великой Отечественной войны. И есть песни, которые оттуда, а есть песни, которые были написаны, ну, конечно, не сегодня, а достаточно давно. Но от этого они не перестали быть именно теми военными из той войны, и даже, наверное, если мы считаем, что они оттуда, это о многом говорит. Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремни. Есть у меня в запасе гильза от снаряда,
в кесете вышитом душистый замаз от солдату лишнего. Имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцвевшей шинели письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как инзы, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить, не горбясь, с жильем случайным расставаться, не скорбя. Вот потому-то наш родной армейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нет на прощание обменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Следующая песня — это та песня, которую каждый год я говорю, я бы не хотел ее петь, но я по-прежнему ее пою. Написана была в далеком 1993 году, по конкретным обстоятельствам, когда в Кракове, помню, убрали памятник маршалу Коневу. Кстати, в прошлом году это сделали в Праге. А тогда, в 93 году, в Праге покрасили розовой краской танк Т-34, который освобождал этот город. Я считал, что я написал эту песню ненадолго, но так получилось, что каждый год из года в год я ее пою и пою. И каждый раз мечтаю, чтобы как-то мне ее забыть. Дело в том, что вот в апреле этого года, совсем, ну, еще месяца не прошло, как даже Министерство иностранных дел России опубликовало там соответствующее заявление в Польше, в городе Леска, Подкарпатской области, были убраны могилы советских солдат и монументы, перенесли на другое кладбище какое-то, там, другое. Есть международные законы, которые запрещают это делать, и, в принципе, Россия, как бы, и вот, ну, Белоруссия их исполняет. Да и, в принципе, и в той же Польше есть люди, я, ну, много езжу по вот этим, ну, ездил до вот этих уже там карантинных событий по этим странам, и по журналистской работе общался. Есть люди, которые просто в частном порядке занимаются этим делом, и в Польше, и в Литве, и в Чехии. В Германии, кстати, очень хорошее отношение, ну, как сказать, хорошее, правильное отношение к могилам павших воинов, любых войн. Германия-то воевала и направо, и налево. Вот. Монолог солдата из братской могилы. Мой дом последний здесь. Здесь в плащ-палатках рваных наш взвод почти что весь лежит в смертельных ранах. Здесь братская могила, здесь вечно отдыхаем. Земля нас всех сплотила, мы годы вспоминаем, как прямо на запад шли упрямо. Не дождались нас мамы, и я дойти не смог. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, вернуться на восток. А люди там над нами ломают монументы и по венкам ногами растут.
разгортаны все ленты. Тот танк, что этот город освобождал когда-то, и что стоял здесь гордо, уже пропал куда-то. Ветер, ты знаешь все на свете. За что же люди эти теперь так злы на нас? Сколько нас полегло здесь, сколько в земле чужой, да только все позабылось в раз. Ну все, нас переносят. Весь взвод за город прямо, потом их дети спросят, что было в этих ямах. Здесь были те ребята, которых не дождались, которые когда-то за их народ сражались. Пули гасили нас и гнули, но все ж мы не свернули. Врагу пришлось бежать. Ждали, тогда нас здесь так ждали. За них мы жизнью отдали, остались здесь лежать. Случилось, что на свете, а вновь прах наш засыпает. Меня на землях этих второй раз убивают. Мы были здесь не гости, нас гибнуть не просили. Не трожьте наши кости, верните их в Россию. Где-то сквозь годы ждут нас где-то. Прошло хоть много лет, но нас помнят и теперь. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, открыть родную дверь. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, открыть родную дверь. Спасибо. Следующая песня, написал я ее очень давно, да даже не помню, то ли курсантом, то ли лейтенантом, но всегда, когда приезжал к родителям, это была первая песня, которую я пел дома за столом, потому что мама всегда накрывала вот этот, как я его называл, пищевой террор, и папа тогда еще был жив, и когда я ее пел, он говорил, вот я бы то же самое спел бы своему отцу, я не видел своего деда, он погиб на Курской дуге. В 43-м году, 9 августа. Ну, а песня это та, которую пел своему бате. Батя, здравствуй! Не верится ей Богу, но вернулся я назад в родимый дом. Батя, здравствуй! Устал я за дорогу и не спрашивай пока что ни о чем. Батя, здравствуй! Был долгим год, как на войне, 3-1, но снова мы втвоем. Батя, здравствуй! Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, а фразы все потом. За старым сидим мы столом, покрепче что-нибудь нальем их, батя. От тебя я так отвык, и стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела, ты жив пока, и не болят еще пока, и иду, как прежде, прямо напролом. А жизнь стремительно бежит, и как цыганка ворожит, но оглянусь, пожалуй, я потом. Проблемы есть, когда их нет, не стал пока не милым свет. Порой трясет, хотя порой трясет, но лишь слегка.
На свое вытянул билеты, с ним по жизни столько лет. По жизни еду, бог с ним, а пока... За старым сидим мы столом покрепче, что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй. Года свое клешнёй берут, и ты еще чуть-чуть, но постарел. Батя, здравствуй. И пусть календари не врут, твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я наяву, а не во сне, увидеть поскорей тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне, я год спустя, но все же прилетел. За старым сядем мы столом покрепче, что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, воюю даже и во сне, покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то спину гнул, лямку 30 лет тянул, а я теперь вот так же, как и ты. Стараюсь правду говорить, не унывать и честно жить, как с мамой научили вы меня. И звезды не хапаю с небес, и в грязь пока еще не влез. Живу, как все, деньгами не звеня. За старым сидим мы столом покрепче, что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, батя. Так не хочу уезжать и не разжать пожатие руки. Счастливо, батя. Ты молодцом, и так держать, вот только, батя, маму береги. Счастливо, батя. Не сильно верю я судьбе, но верю, я вернусь в родимый дом. Счастливо, батя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом. Спасибо. Ну вот из тех вот песен всем известных, следующая вещь, которую я для себя называю так в шутку, хотя, конечно, такая песня совершенно не шуточная. Но я ее так про себя говорю, мой любимый военный блюз. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезы утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь разделяет любимую нас и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня
темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. А вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знай со мной, ничего не случится. Ничего не случится. Не случится. Следующая песня, она не моя, но она мне очень нравится. Я думаю, что не все ее здесь слышали, но, возможно, кто-то слышал. Эта песня написана Марком Мирманом. Это, ну, известный очень автор, особенно по военным песням. Он родом из Минска. Ну, даже вот не помню точно, может быть, не из Минска родом, потому что отец у него был военный моряк и носил их тоже там по советской стороне очень круто. Но он как-то связан с Минском. Потом, ну, ему уже под 70. Ну, по крайней мере, за 60. Он уехал в Канаду и живет там. В Минске на его концерты крайний раз ходил где-то лет 15, если не 20 назад. Песня для меня как-то вот... Ну, она сама по себе классная. А для меня она близка тем, что у меня рядом с домом, где я живу, протекает речка Свислоч, такая в Минске есть. А дом сам строили пленные немцы. Он в 53-м году был построен. Ну, вы поймете по песне, почему я так, почему я это рассказал. Вермахт разрушил, вермахт строит. Пали знамена новых римлян у мавзолея. Но не сдавался только он, старый вельдмайстер Аккордеон. Auf Wiedersehen, meine Kleine, auf Wiedersehen. Но не сдавался только он, старый вельдмайстер Аккордеон. Auf Wiedersehen, meine Kleine, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleine, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleine, auf Wiedersehen. Клавиатура чуть желта, точно с прокуренного рта. Сходят куплеты, что на русском, что на фене. Где твой хозяин, где конвой? Ремни, как руки за спиной. Но ты не пленный, ты трофейный. Где твой хозяин, где конвой? Ремни, как руки за спиной. А ты не пленный, ты трофейный. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Auf Wiedersehen. О, Хорст Вессель, обман, о, этих клавишей дурман. Пусть воды Свислочи совсем не воды Шпрее. Что ж, победитель инвалид пел пивной себе навзрыд.
auf Wiedersehen, meine Kleine, auf Wiedersehen. Что ж, победитель инвалид, пиалу пивной себе навзрыд. Auf Wiedersehen, meine Kleine, auf Wiedersehen. Военнопленных строй вермахт разрушил вермахт, строят пали знамена новых римлян у мавзолея. Но не сдавался только он, старый ведмайстер аккордеон. Auf Wiedersehen, meine Kleine, Auf Wiedersehen, meine Kleine, Auf Wiedersehen, meine Kleine, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Auf Wiedersehen. Красивая песня. Как и следующая. Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко. Между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою. Спасибо. Следующая песня это тот редкий случай, когда я на те стихи, которые мне понравились, наложил музыку. Это стихи Александра Гутина. И хотел сказать, песня называется, для меня все равно называется стихотворение, потому что музыка это так вот, как получилось. Хотя это то редкое явление, когда мне прислал этот стих
один мой хороший приятель, полковник, он сейчас уже не служит, Вячеслав Ерлан. И вот неплохо было бы, если бы ты написал сюда вот музыку. Я написал, ну, понимаешь, это же авторские права. Он говорит, там все нормально. Я до сих пор не узнавал, насколько это нормально. Но, тем не менее, вот это тот случай, когда я читал стихотворение, и, а музыка уже где-то была, вот она. Дождь, четвертые сутки. Ворчит старшина, молоко превратился в болото. Но дождю все равно водяная стена загрустила в траншеях пехота. Эх, сынок, что война, ей не нужен талант, гранят жизни до смерти так зыбко. Нелегко тебе здесь, покури, музыкант, где теперь твои ноты и скрипка, где теперь твои ноты и скрипка. Музыканту пошел 21-й годок, дыму махорки, как тонкая змейка. 3 недели на фронте, конечно, не срок, вместо скрипки в руках трехлинейка. В октябре ветер стал, и прохладнее, и злее, и земля грязно-рыжего цвета. Представлял он порой маленьких лебедей, белоснежных танцовщиц балета. Белоснежных танцовщиц балета. Несмотря на распутицу, слякоть и дождь, наслаждаясь невидимым танцем, он не кашлял в кулак, не испытывал дрожь и в аккордах сжимал свои пальцы. Громыхнула, накрыла окопы землей и огнем цвета алого мака. Подымая стрелковую роту на бой, старшина глухо крикнул в атаку. Старшина глухо крикнул в атаку. Облака полыхали, и поле как град, и колола под ложечкой дуба. И стрелял, и бежал музыкант наугад по размокшей земле и по трупам. Этой жизни постигнуть немыслимо суть, и в сражении слепой круговерти музыканта осколком ударило в грудь. Кошеный смертью. Дождь все льется и льется, и мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку, затянулся, вздохнул. Эх, ну как же, сынок, музыкант, давай четвертые сутки. И пехота шагала, листвою шурша, что и грязь, и непогода, и горы. И летела погибшего парня душа далеко к лебединым озерам, далеко к лебединым озерам. Следующие пару песен, они из моего любимого фильма. Вы их многие знаете. Замечательный фильм 60-х годов. «Хроника пикирующего бомбардировщика». Причем первая песня, я помню, она там вообще полностью она туда не вошла, потому что там по ходу песни люди убежали из землянки. Обе песни написал, если мне память не изменяет, слова Ким Рыжов, а музыка Александра Колкера. Ну, это так, я надо, да, авторство. Летчик был, четыре Ивана. Летчик был Иван Иванович, штурман был Иван Степанович, стрелок-радист Иван Фомич, техник был Иван Ильич, держит курс Иван Иванович.
держит связь. Иван Степаныч бой ведет, Иван Фомич в землянке спит, Иван Ильич пьет коньяк, Иван Иваныч пьет вино, Иван Степаныч водку пьет, Иван Фомич чинит борт, Иван Ильич. Летчик был Иван Иваныч, штурман был Иван Степаныч, стрелок-радист Иван Фомич, техник был Иван Ильич. Всего в двух шагах за туманами война. Там гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом и былом. Далеко, далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные войны. Туман, туман окутал землю вновь. Далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие. День Победы — это не только то время, это и сегодняшнее время. И вот я думаю, все сидящие здесь в зале, мы все переживали. Вчера, с самого утра, состоится ли воздушная часть, потому что генеральная репетиция, все классно. Тут, вот, а я в Питере вот выступал, когда 7 числа, там генеральная как раз-то наоборот. Я с утра звоню командующему армии, говорю, как отбили, только будет наземная. Зато у них вчера было солнце, а здесь было, вы видели сами что. Но тем не менее, все-таки, слава Богу, и наши ребята... У нас все погодные. Ну, вот я имею право их так называть, наши ребята. Все получилось. Вот. Ну и в числе, конечно, всего прочего, конечно же, наши замечательные русские витязи и стрижи. Это вообще мои родные люди. Летим в заморскую страну. Просто в этой песне есть немножко об этом. Что далеко в других широтах. Мы на военных самолетах. На наш маршрут не на войну летим. Не русскую страну.
как по линейке в небесах. Мы чертим следы инверсионные, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным отделом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем в восторг аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька Жидуб, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Та-т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 а
Эх, дороги, пыль до туман, холода, тревоги, до степной бурьян, знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степи. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, кругом бушует пламя, да поле свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Край сосновый, солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят вослед за нами родные глаза. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Снег ли, ветер, вспомни, друзья, нам дорога. Ну, будучи военным тележурналистом, я не могу не спеть эту военную песню. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли. Без кладка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть что выпить повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ведров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет.
С нашей покачуйте, с нашей повоюйте, с нашей пошагайте хоть бы год. С нашей покачуйте, с нашей поночуйте, с нашей подвоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном мы с одним наганом первыми врывались в города. Так выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем мы, дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Ну и следующая песня, она моя уже. Мы как-то работаем-то в современное время. И в свое время, когда у нас был юбилей телекомпании «Воен-ТВ», в которой я работаю уже так очень-очень много лет, официально почти 20, а они официально без малого 30. И была такая песня написана. Мы вместе словно гарнизон, беру блокнот и микрофон, видеокамера с собой в арсенале. Когда идем в эфир прямой, то как на фронте словно в бой. В свои атаки мы не раз, в своих атаках мы не раз высотки брали. Пусть нынче модно рассказать о тех, кто смог от жизни взять, а мы о тех, кто взял Берлин победным маем, кто под огнем в атаку встал и жизнь за родину отдал, а мыльных опер, извините, не снимая. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам мороз или зной в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пушек гром, в атаку с камерой идем, на поле боя, телевидение в форме. Под грохот танков, пушек гром, в атаку с камерой идем, на поле боя, телевидение в форме. Как не дрогнет объектив, у нас военный креатив. Мы далеки от слезно-мыльных сериалов. Всегда пойти готовы в бой, и зал под небом полевой для нас роднее всех гламурных кинозалов. Пусть фестивали для других, дорожки красные для них, а на привычные дороги полигонов. И чтобы дать свой репортаж, проведем на абордаж. Воен-ТВ, телекомпания в погонах. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам Марс или зной в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пушек гром, в атаку с камерой идем, на поле боя, телевидение в форме. Под грохот танков, пушек гром, в атаку с камерой идем, на поле боя, телевидение в форме. Та-ирам, та-тарарам, та-рам, та-ирам, та. Подавай гламур, уют, а нам мороз или зной в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пушек гром, в атаку с камерой идем, на поле боя, телевидение в форме. На поле танков, пушек гром, в атаку с камерой идем, на поле боя, телевидение в форме. Телевидение в форме. Телевидение в форме.
Спасибо. Не могу не сказать, это наболевшее. Я уже тут, видите, как натянул на себя и на то дело, чем я занимаюсь. Я просто 9 мая не смотрел, занимался работой телевизионной, а 7 мая в Питере концерт вечером, а с утра я в гостиничном номере включаю телевизор, ну, через компьютер, и смотрю вот эти прямые трансляции генеральной репетиции. Вот, ну, каждый год же ржу, елки-палки, я не знаю. Вот меня все время это вымораживает, я не знаю. Я всегда говорю, что каждым делом надо заниматься профессионально, будучи уборщицей или президентом, и тем более журналистом. И каждый раз, когда идет репортаж какой-то об этом параде, из Кубинки, там, из Клина, или здесь уже около Красной площади, вот такие перлы. В этом году для меня, я такое открытие сделал, это, не буду называть московский телеканал, все-таки коллеги, морячки идут, он говорит, девушка такая, вот, говорит, мы видим представителей военно-морских войск. Там, ну, конечно, все самое тяжелое и смешное связано с авиацией, конечно. Это, вот я понимаю, что журналист прочитал большую простыню пролета над Красной площадью, когда вертолеты идут со скоростью 180 км в час на высоте 200 метров, а авиация до 500 со скоростью 500 км в час, и в Кубинке стоит девушка. Русские витязи и стрижи сейчас вылетят отсюда. А, во-первых, они говорят, едут по аэродрому. Стрижи и русские витязи едут. Вот, ну ладно. И говорит, они скоро-скоро они покажут высший пилотаж над Красной площадью. Я себе это представляю. Андрей Анатольевич Алексеев там, кстати, сидит. Заслуженный военный летчик России, начальник 237-го гвардейского центра показа авиационной техники. Я думаю, он улыбается всегда этому всему, у него тоже интервью берут. Вот, и она, опять же, она дальше, как я продолжу, она говорит, стрижи русские витязи пойдут на Красную площадь со скоростью от 200 до 500 км в час, на высотах от 180 до 500 метров. То есть группа вот так там, значит, идет, опа, там... Я помню, давно-давно, то ли 7-й, то ли 8-й год, Игорь Ткаченко, слава богу, еще тогда жив был, вот он идет, а мы слушаем эфир, то ли это на тренировке еще было, и, ну, это вся колбаса идет, и Игорь Валентинович, там чуть-чуть, ну, перебор по секундам, может, вы выйдете на 3 секунды позже, у меня что, машина, чтобы я тут тормозил? Вот. Валентинович был простой человек. Вот. А еще в этот раз мне тоже так вот это, ну, прикололо, говорит. Отдельно хочу сказать про новейшие самолеты, которые теперь есть у русских витязей Су-35. В этих самолетах есть, внимание, подогрев и кондиционер. И теперь наши летчики с большим комфортом могут нести службу на севере и на юге. Ну, я, конечно, каждый раз это смеюсь. Я сразу у себя там в чате нашим НТВшным тоже пишу программу «Осмотр». Хотя наши НТВшники тоже отличились. Они там, ну, в той рекламе, которая была насчет 360-градусных телекамер, это была классная идея, все было здорово. Но картинка, которая там была на рекламе, мы обсуждали с руководителем программы, с Сережей Кузнецовым, с группой товарищей, что это. Там, ну, такая шестерка, клин, пилотажные группы, но только треугольное крыло, ПГО. Я говорю, так, то ли Рафаль, то ли Виген старый. Кузнецов говорит, не-не-не, нифига, это китайская пилотажная группа первого августа на своих самолетах. Вот, то есть, ну, в общем, конечно. Вот это тот случай, когда я коллег зову журналюгами. Прости меня, Господи. В школе учили стишок, классик-поэт в нем рассказывал детям, мол, хороши все работы, дружок, сотни профессий на наш.
брать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся, ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся, бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Вот и летели, я с ними летал, и вспоминал я нередко бабулю. Чаще тогда, когда прямо в металл. Мне молотили снаряды пули, и в этот миг мне казалось предел. В миг, когда тетка с косою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел, чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Время как пуля на вылет или в лед. Бабушка к деду давно улетела, только мне кажется, каждый полет смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает: бей их, внучок, атакуй, я прикрою. Отвоевал я, теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом твердят мне, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было, влетал.
но возвращался обратно. Перекур. Меня уже сегодня спрашивали, есть ли там шестой диск или пятый. Там продается крайний диск, который вышел у меня вот, 3 месяца назад. Можно даже купить билеты не через интернет, а там на мой юбилейный концерт, который я все-таки принял на себя такую ответственность. Никогда не старался не выступать в рабочие дни. Но 26 июля, когда мне исполнится 55 лет, а я надеюсь, что я доживу до этого времени, это будет понедельник, и будет концерт здесь, юбилейный. Повторюсь, перекур.